друзья, привет! Лада сервис Оренбург, Павлоградская 5, предоставила нам этот прекрасный автомобиль Нива, Лада Нива, новая линейка. Сделаем обзор, поговорим про двигатель. Друзья, знакомьтесь, сотрудник Лада сервис Максим. Добрый день. Максим нам расскажет про автомобиль. Вопрос первый. Как давно Лада Нива стала нашим брендом именно вот в этом кузове? В этом кузове она стала Ладой у нас в 2020 году, когда полностью перешла под контроль непосредственно Лады от GM. Произошло обновление в данном случае решетки радиатора, установили значок Лады. Поменяли немножко комплектации оснащения автомобиля. То есть двигатель остался у нас в том же состоянии? Двигатель остался в том же состоянии. Это 1,7-80 лошадиных сил, механические коробки передач. Естественно, это полноприводный автомобиль. Итак, ребята, начинаем с двигателя. Максим, давай рассказывай, что мы тут имеем. Здесь представлен двигатель объемом 1,7 литра, это инжекторный мотор мощностью 80 лошадиных сил. У него имеется цепной приводно-газораспределительный механизм. Ну и расположено все здесь довольно-таки удобно, чтобы просмотреть, в каком состоянии находятся какие узлы и агрегаты. Так, ясно. Вот такой вопрос. Здесь проточки на клапанах имеются? Нет, в данном случае нет проточек на поршневой группе. Это на всех Нивах? На всех Нивах. На все линейки этих двигателей. Даже так, да? Да. Печально, с одной стороны. Внешний вид, ребята, конечно, смотрится классно. Что хотел заметить сразу, смотрите, мягкие бархотки стоят. Отличается от 31-й Нивы. То, что здесь стоят мягкие бархотки. Двери объемные. Если сравнивать опять мою 31-ю Ниву, расстояние для ноги, чтобы занести ногу и сесть, намного больше. Уплотнители установлены. Вот. Салон, сейчас мы с вами перейдем. Задняя дверь. А здесь, я так понял, бесшумные замки уже стоят, да? Да. Это очень удобно и очень правильно. Тоже, смотрите, уплотнитель стоит, во-первых, двойной стоит, верхний и основной уплотнитель стоит. Лючок бензобака. Ну, тут ничего нового сказать не могу. Крышка багажника. Объемно, подойти удобно. Так, это откидывается, надо небольшое усилие. Здесь есть специальный крючок. Максим, что мы здесь имеем, расскажи. Здесь объем багажника составляет у нас 360 литров. Ну, в принципе, здесь инструмент у нас с правой стороны расположен. Есть возможность монтажа дополнительных динамиков в данные места. Ну, а в остальном все стандартно. То есть омыватель также спрятан у нас в пятой двери. Запасное колесо вынесено наружу. Там у нас что-то имеется? Там пол. Итак, как тестовый автомобиль. Конечно, было бы неправильно снимать нам в чистом поле. Нужно протестировать по всем правилам. Съездим на горочке. Возможно, диагональное вывешивание какое-нибудь. Ну и заодно пока катимся. Поговорим с Максимом. Мое первое впечатление. На шевиках, ребят, в принципе, не катался. Кто не знает, у меня у самого 31-го Нива, я у себя устанавливал дифференциалы повышенного трения, самоблоки в простонародье, передний и задний мост. Здесь стандартный автомобиль, абсолютно стандартный. Да, и установлена не зимняя резина, так сказать, всесезонка стоит, но и снега у нас мало. Щиток приборов из-под руля, в принципе, видно, а руль как-то регулируется по высоте, да? Сюда не навылет, нет, навылет. Да? Навылет, нет. Это модель как называется? Предмаксимальная или какая? Это комплектация по названию тут люкс. Вообще стоимость такого представляет 871 тысячу рублей тестового. У нас здесь уже есть аудиосистема с цветным сенсорным дисплеем, с возможностью навигации в ней.
кондиционер. Зеркало у нас регулирует, подогревается. Подогрев. Это вот здесь, да? Да, вот здесь. Угу. Подогрев здесь, в передник сиденья у вас идет. Розетка на 12 вольт. Из дополнительных удобств сидений водителя можно отрегулировать по высоте. Есть лифт. Микролифт. Да, микролифт. Да, присутствует. Поясничный опор регулируется. Также у водителя с левой стороны. Установлена заводской парков, камера заднего вида, парктроник и уже легкая тонировка задних стекол. Все это заводское исполнение автомобиля. Так, стеклоподъемником передними, это вот здесь передний, либо, да? Управляется, ну, понятно. Так, подушка безопасности, да? Одна здесь? Здесь две. Это водительская. А, вот написано airbag, да, не вижу. И там. Что еще из системы безопасности? Естественно, АБС, как на любом автомобиле, представлена помощь при экстренном торможении, распределении тормозных усилий. Uh-huh. То есть это система, которая помогает вам лучше остановиться. Также стоит система ReGLONASS. Да, вот здесь вот. Она установлена в верхнем блоке, да, довольно-таки легко читается. Для комфортного, кстати, еще раз, идет у нас USB-выход для зарядки телефона и центральный подлокотник. Так, ребят, подлокотник вот здесь такой. Вот, в принципе, вот сейчас я сел. Мой рост 1,82 м, чтобы знали. Очень и очень удобно. АБС работает, слышно. По поводу расхода этого двигателя, что заявлено у вас в книжках? В городском цикле заявлено 13,4. Городской цикл 13,5 литра. Смешанный цикл, соответственно, там идет 10,6, ну и трасса там порядка. А вот там указано, 8. При какой скорости высчитывается вот этот вот расход? В среднем это берется по 50 км в час скорости. Угу. Для расчета. Бак сколько литров здесь? 45. Здесь 45. На моей пятидверной 60 литров. На гранте 50 литров, по-моему. А здесь 45 литров. Тоже, да, так же. И здесь так же. А паки здесь металлические, пластиковые стоят? Металлические. Ребят, по шуму автомобиль вообще классный. Ничто не мешает, ничто не раздражает. Рычаги не слышно. В автомобиле находиться комфортно. Едем по полевой дороге. Да, по поводу печки. Здесь же установлен кондиционер? Да. То есть стоит два радиатора, да, наверное? Да, там? Все верно. Вот у нас сейчас на улице минус 13. И когда машина стояла тоже у них на открытой площадке, но холодная была. Нагрелась она прям быстро, прям очень быстро нагрелась. И вот сейчас сижу, теплый воздух, хотя мы его, вот смотрите, и убавили. И вполне комфортно на этом автомобиле. Одна из фишек такого автомобиля — установлена камера и парктроник, да? Камера и парктроник. Вот, смотрите, включил заднюю передачу. Вот, если видно, не отсвечивает. Вот эти вот полоски, как называется-то? Это полоски парковочные. Куда едет ваш автомобиль? Да. Они не направлены, то есть статические. Ребята, ну вообще классно. Просто катишься и видишь, куда ты катишься. Это один из плюсов такого автомобиля. Оп. Сим, расскажи, как распределяется тяговое усилие при заблокированном дифференциале и разблокированном дифференциале, так как автомобиль считается полноприводным. Ну, смотрите, при заблокированном дифференциале между осями распределяется по пропорции 50 на 50, а по колесам идет по 25% на каждое колесо. Управление блокировкой дифференциала довольно-таки удобное, то есть это все одним рычагом. Переводится в положение, также, соответственно, выше и ниже, опять-таки, этим рычагом. Едем вдоль посадки, едем на горочке. Ну, достойно, ребята, вот честно сказать, достойно.
хоть и база, у ней же база короче, чем у 31-й, да? Да. Но подлиннее, чем у короткой. Все верно. Правильно же, да? То есть такой нейтральный. Сзади место. Конечно, если вот как я сижу, 1,82 м, и это двигаюсь почти максимально, сзади меня уже... Ну, детям будет удобно. Но взрослый человек уже не сядет. Это чтобы вы знали. Клиренс очень приличный. А какой просвет, Максим, не помнишь? 206. 206, это вот именно у этой Нивы. Или у всех Нив примерно одинаково. У всех одинаково. Ну да, база-то, в принципе, одна и та же. Размер колес какой, 16-й? Здесь, да, 16. 16-й размер колес. Вот, через диагоналочку, смотрите, вообще классно проходит. Четвертая передача. 2500 оборотов. Но знаете, что на каждом автомобиле, ребята, нужно уметь ездить. Это не значит, что вы купите себе внедорожник, газ, пол, палас и думаете, что она поедет. Всегда думайте головой. Вот, Максим, ты, наверное, сейчас сидишь и думаешь, сейчас ударимся. Есть такое? Ну, в некоторых моментах, да. Да. Но клиренс здесь помогает, плюс у автомобиля все-таки небольшие, точнее, высокий угол въезда. Позволяет преодолевать хорошие препятствия. Вот, хотя здесь тоже установлена защита бампера, металлическая дуга. Это на доп. Оборудование. А сколько она стоит, не помнишь? Нет. Вот, смотрите, в поворот. Напомню, резина у нас не зимняя. Дорогу держат классно. И вот эта вот защита бампера, которая нижняя, она просвет уменьшает примерно на 4 сантиметра. Поверьте. У себя на 31-й Ниве я ставил, езжу, и я очень доволен. Именно где, если установлю у нас пластиковые бампера, в том числе и на этой новой линейке Нивы, он намного-намного помогает, без каких-либо проблем. Вот, классно, классно. Так что вопрос, даже не вопрос, почему люди покупают Ниву. Вот, Максим, скажи, сколько автомобилей вообще Нивы продается? Больше, чем другие автомобили? Или примерно вот одинаково? Их продается примерно столько же, сколько и Лады 4x4. Ну, я понял. Ну, Нивы. Давайте просто обзовем Нивы. Просто Нивы. Да. Их продается ровно столько же, сколько и Лады Нивы, Лады 4x4. Одинаковое количество. Хотя, несмотря на то, что цена автомобиля дороже. Но комфорта в автомобиле при этом больше. Да, комфорт, вот реально. Ребята, простой тест. У меня много видео на канале есть. Вот по ссылочке, если пройдете, посмотрите. Очень крутой спуск и подъем. Пятидверная Нива моя умещается прям с трудом. Вот смотрите, включим пониженную. Давайте пониженную включим. Как нужно спускаться в таких случаях? Первая передача пониженная. Сцепление отпускаете и притормаживаете. Вот, смотрите, мы спустились. Кажется, что как бы бампер уперся, но проверено. То есть прям впритык. Не знаю, вот она заедет, не заедет, конечно. Но потихонечку попробую. Но бодренько, классненько. Вторая горочка. Дифференциал заблокировали. Вот пентаграмма говорит, что у вас заблокирован дифференциал. Так, первая пониженная. Спуск и подъем. Только газ-палас. Как говорится, и она едет. Ну, вот такой интересный тест.
автомобиля. Спускаемся потихоньку. Вот смотрите, первое повышенное. Сцепление отпущено. И притормаживайте. Не тормозите, а притормаживайте. Нужно именно ездить так. Если вы начнете именно тормозить, то там, где пятно контакта колеса, образует снег, и вы, как на лыжах, просто едете вниз. И тем самым повреждаете переднюю часть автомобиля. Ну вот такой интересный у нас тест прошел Нивы. Я, честно сказать, очень доволен. Вот еще одна горочка. Смотрите, давайте на первой повышенной. Первая повышенная. Дифференциал у нас не заблокированный. Относительно двигателя хватает. Поверните направо. Двигатель здесь рассчитан, если вы будете ездить по бездорожью. Здесь реализовано понижающий ряд передач. И все, и вопрос решен. Включаете пониженный ряд передач, и она у вас едет. Вот так Нива тоже может, ребят. Поэтому покупайте не Васы, они вам удовольствие вы получите от них. 100%. Нива, вы знаете, пока не было Нивы, никуда не ездил. Как только Ниву купил, стал кататься по лесам, по долам. Стало очень и очень. А вот здесь вот повышенно уже не хватит. Потому что горочка крутая. Здесь, естественно, нужно включать пониженную передачу. Вот, видите? Спокойненько заезжает автомобиль. Еще один вариант, если вам нужно проехать через поле, где относительно снега лежит немного, то Нива, опять же, ваш вариант. По городу ездить именно вот на этой модели очень комфортно, и мне очень понравилось. Я сравниваю со своей Нивой 31. Тихо, комфортно, тепло. И сиденье очень удобное водительское сиденье и пассажирское. Имеется микролифт, боковая поддержка сиденья, спинки. Все это имеется и очень-очень удобно. Хотя едем не на зимней резине. Бля, ну классно. Ребята, если есть такая возможность, берите не вас, берите. Вот именно вот этой новой линейки рекомендую вообще на 100%. Приезжайте на Волгоградскую 5 к ребятам Лада Сервис. Всегда вам помогут, подберут. Ну что, решили сделать полноценный тест. Едем через диагональное вывешивание. Зима, резина, не ахти. Печку выключу, чтобы было слышно. Смотрите, дифференциал у нас заблокированный. Первая пониженная. Потихонечку. Смысл в чем? Смотрите, переднее левое колесо упало. Заднее колесо у нас висит. А? Красота? Может, может. Дифференциал разблокировал, полностью разблокированный дифференциал. Это, между прочим, для Нивы очень и очень сложное. Вот, мы висим, смотрите, видите, мы висим на двух колесах. Дифференциал у нас разблокирован, и мы не едем, видите, вот, колеса крутятся, мы не едем.
блокирую дифференциал. Сейчас. Рассказать вам как. Все, зацепило. Все, отлично. Даже в заводской комплектации автомобили, ребята, вас вывезет везде. Вернемся по трассе, посмотрите, послушаете. Вторая передача, 50 километров, 3800 оборотов. Третья передача, 73,5. На четвертой передаче вот 83,100. Ну и пятая передача. На пятой передаче можно. А здесь передачи, Максим, длинные или короткие? Длинные. Здесь длинные. Итог. Все песни, ребята. Мне автомобиль понравился. Очень и очень понравился мне этот автомобиль. Кататься. Да, здесь стоит гидроусилитель руля. Вот. Так что, что вам сказать еще? Больше нечего. В принципе, все вам показали. Думаю, какие-то вопросы будут, пишите комментарии, будем читать и будем на них с Максимом вам отвечать. Но хочу попросить сразу, те комментарии, которые из первого видео, в воду не лейте, задавайте вопросы, ребята, конкретные. Вот. Что, Максим, есть что тебе сказать? В принципе, наверное, нету, да? Все сказали, все показали. Все, ребята, до свидания. Всем вам здоровья. С наступающим Новым годом всех. Берегите близких. Приезжайте в Ладу сервис. Покупайте машины. Мне автомобиль понравился. Все, пока-пока. До свидания.